Всем добрый вечер. Ну как вечер? У меня сейчас вечер, я остался чуть после работы, чтобы поснимать видео. В этом видео не будет как какие-то машины на продажу выставлять, то бишь не буду их выставлять, потому что как бы таковых нету. Но расскажу прикольную историю. Тут у нас, наверное, месяц или полтора месяца собирались такие машинки интересные. Я их не выставлял ни в группу, ничего. Позвонил мне, то бишь сначала это писали, это там, не знаю, очень часто пишут, там, обманщик, не свои машины выставляешь, ты просто выставляешь какие-то проданные машины, просто если другие даже писали фото из интернета, представляешь, как будто ты их продаешь. Ну, я об этом уже даже потом увидите такое видео небольшое, там, не знаю, может, 8 минут, не помню, в 9. Только телефон будет по-другому перевернут, потому что это видео делал для группы в Ютубе. Кстати, тоже покажу фотографию, как эта группа выглядит. И потом у меня вообще был один звонок. Этот звоночек, он меня и разозлил, как говорится. Он там начал мне рассказывать что-то, как я должен делать, что делать, почему делать, зачем я это делаю, и как я людей обманываю. Там деньги что-то собираю, короче, какой-то бред. Ладно, неважно. Вот, смотрите, где я работаю. Я всегда всем говорю, не надо мне деньги пересылать, хотя, не знаю, другие звонят, а если деньги перешлем, я там обманешь. Я никого ничего не обману. Вот, я вам покажу, вот где я работаю. Сами можете вбить, вот видите циферки снизу, 2141DH. В Google Map вбейте и увидите, где я нахожусь, сами можете приехать. Ладно, расскажу историю. Сейчас вставлю этот ролик, тут будет вот примерно в этой позиции, я так и снимал их. Сейчас посмотрите, когда он меня разозлил, я это снял этот ролик, выставил в группу. Я эти машины не выставлял на продажу, ничего. Ну, вот, посмотрите этот ролик, и тогда расскажу потом уже поподробнее. И обратите внимание, когда я буду выходить вот отсюда, к примеру, из ворот, пойду туда дальше, в Вольво смотреть красную. Я ее тоже, кстати, продал. Тут, вот тут на углу будет стоять вот эта машинка. Вот эта красавица. И обратите внимание, когда я возвращаюсь, этой машины уже нету. Это сколько там прошло? Минута, две? И потом расскажу всю историю. Смотрите этот ролик. Ну, конечно, кто в группе уже был, смотрел, вы можете чуть перемотать. Всем привет, участники группы. Сразу говорю, этим видео не делитесь. Это только для группы. Мне очень часто пишут, звонят. Также вот сейчас был, как говорится, казус. Там вот вчера выставил машину и бицу синюю. Там под ним комментарии, зачем ты выставляешь проданные машины. Другие мне там звонят или пишут, зачем ты выставляешь старье всякое. Или почему так мало машин, у тебя дорого, ты не даешь скидки. Ребята, это не мои машины. Я просто, как говорится, посредник между вами, каким-нибудь гаражом, и все. Не надо у меня скидок просить, я не делаю скидки на машины. И машины вот, например, сейчас тоже есть, я вот сейчас вам покажу, потому что пишут, где твои машины на продажу. Еще раз повторюсь, не мои машины. Вот, например, вот это вот было, Clio 2012 года, 1.5. Была продана за 2000. Она не дошла даже до группы. Я ее не фоткаю, я не выставляю. Я не выставляю проданные машины. Какой у меня смысл в этом? Я что, вы думаете, что больше фотографий там YouTube? Facebook мне деньги платит? Нет, ни цента, ноль. Я только если выставил машину, продал. И то, если вы сами приехали, тут сами покупаете, мне, я не беру с вас деньги за это. Если вы сюда не приезжаете, выхожу с вами на видеочат. Заводим машину, смотрим, я помогаю с документами. За это я беру только деньги. И то, если только куплена машина, а не просто то, что мы ее посмотрели. Поверьте, это все бесплатно я делаю. За это мне лишние деньги никто не платит, даже ни одного цента. Ну, там спросили, где ваша машина? Давайте я покажу. И почему я их не выставляю, расскажу. Вот, машина. Толку мне ее выставлять? Вам такая нужна? Нет, на голландский рынок она нужна, да. 1400 евро. Вы купите? Нет. BMW семерка, 1400 евро тоже стоит, 2.8 бензин, вы ее купите? Может, да. Вы ее будете растамаживать? У меня 90% украинцев, нет. Зачем мне выставлять? Также много машин.
Volvo, 2.4 бензин, 2004 год, 2000 евро. Вы купите? Нет. Это уже вот тоже на этот рынок продано. BMW, 2.5 бензин, купе, 1700 евро. Вы ее купите? Нет. Audi. Audi A8, 99 год, 4.2 бензин, автомат. Цена 1250. Вы ее купите? Да, купите здесь кататься. На Украину? Нет, вы ее не повезете. И нет смысла таких машин выставлять. Я могу где-нибудь выставлять по 10, по 20 машин. Я просто выборочно смотрю машины. Также, когда говорят, зачем ты выставляешь вот эти старые машины, какие-то там сильно ударенные, битые. Сейчас покажу, зачем. Я выставляю машинки даже с дефектом двигателя. У меня, я больше машин продаю на запчасти. То бишь, приезжают сюда ребята, то бишь, сначала со мной созваниваются. Мы смотрим машину, так же, как и целую машину покупать, только не на разборку. Я им собираю 10-15, бывает 20 машин, даже бывало по 24. Они приезжают сами, разбирают все эти машины. И мы снимаем им двигатель, подвеску. Они расплачиваются. Конечно, я за это тоже процент получаю. Потому что я выхожу на видеочат, я ставлю машину в отстойник, я с ними их завожу, если она заводная. Я тут помогаю, когда они приезжают, все перевожу. Да, конечно, бесплатно этого не делаю. Ну вот. Вот эту машину. Я выставлял, тут движочек хороший, все. Она сгоревшая, но это не страшно. Она не на продажу. Вот. Вот что я не знаю даже. Вы ругаетесь там на меня, сгоните. Обиженные какие-то почему-то. С этой машиной не выставлял. У нее движок убитый. Что ее выставлять? Ну и так много машин. Конечно, тоже пишите, комментируйте, особенно под этим видеороликом. Может, что-то менять в группе надо. Я всегда прочитаю. Хорошие комментарии, плохие, все пишите. Тоже сразу говорю, там кому-то какая-то дверь нужна, да, звоните, мы найдем. Если есть, я вам отложу. Я высылать их не буду, детали высылать. Просто мне сотни звонков, там что-то надо, можешь выслать. Нет, ребят, сразу говорю, группа называется «Запчасти оптом». Это, есть машина, вы купили. Приехали, сами разобрали, загрузились, уехали. Чем могу, помогу. Это несложно. Вот, например, еще. Вот, только что приехала машина. Только что подвезли. Вот. Она пойдет на продажу. Но сейчас в любой момент может прийти перекуп и ее купить. Я даже, может, выставлю ее в группу. Такая-то цена. Или мне кто-то позвонит, ее купит, посмотрит на видеочат. Или придет перекуп, ее купит. Такое тоже может быть. Это уже не от меня зависит. Так что не бойтесь, я не выставляю проданные машины. Это бесполезно. Потому что мне это просто время. А время стоит денег, поверьте. Или еще вот, тоже не выставлял. Renault. Это чисто электрическая машина. Просто электрическая. Это, по-моему, 2006-2007 год. Она без батареи. Тоже на продажу. Но вы ее не купите. Такая батарея на такую машину стоит 4000 евро. Это бесполезно. Дальше покажу еще. Вон, там только что ломбардовая Volvo. Сейчас до нее прогуляемся. И мне тоже часто звонят и говорят, вот такая-то машина мне нужна. Там, к примеру, скажу, BMW X5 черного цвета до 2010 года с пробегом 150 тысяч. Если будут, позвони мне. Ну, ребята, вы представляете, сколько меня людей смотрит в одной группе, в этой группе 10 тысяч людей, а потом во второй группе на странице там 7 тысяч людей, в Ютубе тоже 7 или 8 тысяч людей, на меня подписаны, по-моему, 1000 людей. И еще в друзьях у меня 3500 людей. Я же не могу каждому отзваниваться. Ну вот. Сейчас вопрос насчет этой Volvo тоже решается. Вот сейчас, который ее привез, сидит у нас в конторе с боссом, обсуждает цену этой машины. Что, как? Пока машина здесь, может прибежать и перекуп. Моментально ее купить.
И поверьте, воюю за эти машины, пока нет перекупов, беру ключи, сразу подхожу, фоткаю. Но если перекуп заходит в контору, платит деньги, у меня забирается ключ, все. Я уже ничем помочь не могу. Тогда я пишу моментально, машина продана. Это может быть и 2 минуты. Так что не думайте, что я выставляю проданные машины, чтобы там какой-то рейтинг поднять. В группах нет никакого рейтинга, за это никто ничего не платит. Это бесполезно. Так что не ругайтесь. Если не успели, извините, каждому звониться я не могу. Как есть. Все, ребята, жду ваши комментарии. Может, реально что-то поменять в группе. Потому что от этих, как вы говорите, старые, битые, сильные машины, я не могу от них отказаться. Я их больше продаю. Целые машины тоже, конечно, но не так много. Там, например, где страховые машины, со страховой стоянки выставляют тоже машины. Сами зайдите, уже знаете этот сайт. Сами зайдите, посмотрите. Когда машина попадает в интернет, в другой раз она продается тоже за полчаса. И я тоже ее тут меняю у себя в группе, что она продана. Это не значит, что я ее продал. И если там кому-то такая группа не подходит, то просто не заходите в эту группу, отпишитесь от нее. А если вам такое интересно, то понравилась машина, стоит еще, что продается, то просто звоните мне, мы выходим на видеочат, дальше все объясняю, все помогаю. Все легко и просто. Я с этой стоянки уже, наверное, продал машин 200, я не знаю. И много людей приезжало просто с Украины, покупало машины у меня. Сами приезжали, забирали, другим я отсылал. Есть даже отзывы в группе, посмотрите, кто сомневается в этом. Так что не ругайтесь, не обижайтесь, комментируйте обязательно. Может, какие-то изменения сделать. Все. Всем спасибо. И до следующего видео. И вот после этого ролика, вы не поверите, сколько мне звонков посыпалось насчет этих машин. Одним словом, эту Audi, вон она еще тут стоит. Это, наверное, единственное, что здесь осталось. Но я ее тоже уже продал. BMW черная, она тут стояла, если вы только что смотрели ролик. Купе. Продана семерка. Продана. Панда белая. Там в углу стояла. Она тоже продана. Эта машина тоже продана. С этой машиной вообще история. Мне пришлось ее купить. Причем я ее купил, посмотрев только вот дальше, обратно перемотав этот ролик, когда мне там начали насчет нее звонить. Я ее сам купил по этому видео, я ее больше не видел. Я ее купил по этому видео, за который посмотрел там секунд 15-10. Сейчас еще один ролик вам ставлю, где я потом ее нашел, но она уже была куплена. Вот эта машинка. Это уже не важно, я ее уже купил. Я сейчас только первый раз ее смотрю. Сейчас я объясню, почему я ее купил уже. Хотя она здесь вот тюкнута чуть-чуть. Одним словом, эту машину вчера привезли, ну, вы уже знаете эту предысторию. И ее отвезли, чтобы помыть. Сейчас она грязненькая вся. Вот, сами видите. Сейчас я буду чистить, мыть. И эта мойка здесь, к этой мойке, то бишь у этого гаража, как говорится, перекупа, который продает машину, или вот он внутри, не знаю, 60 машин, наверное, вон вход. И здесь же они моют машины. Привезли от нас машину сюда помыть. И хозяин этого гаража пришел в гараж. Вот эти все машины. И вот этот хозяин пришел к нам и говорит, я хочу эту машину покупать. А хотя я с самого утра я там с боссом разговаривал, типа я тоже хочу эту машину выставить на продажу. Ну, ко мне подходит босс. Так и так, есть клиент, он уже покупает ее там за определенную сумму. Ты ее берешь или нет? У меня не осталось выбора. Я даже не видел, не смотрел так же, как и вы. Вот вчера, когда заснял там эти 10-15 секунд эту машину. Вот я просто ее, все, деньги заплатил, машина моя. Она осталась переписана на фирму, но машина моя. Так что, не знаю. Прогорю или нет, я поставлю на продажу. Может, даже не отобью своих денег, кто знает. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Все.
смотрите дальше видео. Ну вот, если вы ролик посмотрели, этот короткий, небольшой, я оттуда же ее и продал, с этой мойки. Я эту машину ждал 5 дней, она тогда меня и не доехала. Клиент приехал сам сюда, да, он ее купил, он ее посмотрел, прям там на месте посмотрел, но теперь она здесь парканулась на время. Вот такие у меня дела бывают. Кстати, я сейчас очень благодарен этому человеку, который меня разозлил. Просто спасибо тебе, правда, я его заблокировал, там он таких словей мне наговорил. Не знаю, чем я его так жутко обидел. Или он просто новенький в группе и просто, не знаю. Может, его где-то когда-то обманули. Не обманывать некого и незачем. Это просто. Ладно, вот такая история у меня. Сейчас пройдемся еще по территории, посмотрим. Покажу, может, еще что-то я пропустил, можно продать. Потому что, если у меня не в группе, что советую переходить, там, я выкладываю фотографии, которые приходят сюда на разборку машинки. Тоже можете смотреть. Если что-то заинтересовало, можете звонить мне. Сейчас обойдем. Покажу, какие машинки приехали. Это вот так и приехала. Кстати, заводится и едет. Это видно, кто-то себе донора купил. И нам потом наш вот взял эту машину. 2,5. Такая еще машинка. Это я спросил цену, тоже не выставляю. Хотя не знаю, может быть, цена космос я не выставлял. Потому что это кто-то привез, кто-то хочет продать. Это даже не наша машина. Вот эту машинку я уже выставил в группу на разборочку. Это бензиновая 1.6, по-моему, 5-го года. Но уже был звоночек. Кстати, если смотришь, отпишись. Мы с тобой уже посмотрели только что эту машину. Вот. Вот что мы нашли. Изначально не обратил внимания. Но вышли на видеочат, посмотрели. Машина недорогая, но это уже просто, просто металл. Дальше вот такая Пола заехала. Про нее пока что ничего не знаю. Знаю, что проблема то ли с турбиной, то ли что-то у нее есть. Но большой пробег, по-моему, под 300 или 300 даже с копейками. Но тут эти такие машинки у нас в Голландии дизельные летают тут. Не дай боже. Страна маленькая, одна яривает километры, как будто они в России живут. Ну, вот такая у меня история получилась. Кстати, если этот человек объявится, даже, слушай, приезжай ко мне, я тебе какую-нибудь машинку подарю, что ли. Правда, недорогую, но подарю. Как говорится, с твоей подачки я заработал. На этой дате тоже заработал немного, почти то же самое, как на подборе. Машинки, ну как подбор, когда я помогаю человеку, там буквально чуть-чуть я заработал на ней, ну не важно. Человек сам приехал, мы сходили к этому мойщику, вон там она стояла. Вот. Ему понравилось, он ее забрал, все. Мучения долой. Хотя хотел даже эту машину поставить на, как говорится, на аукцион. Ну, то бишь в своей группе, кто больше даст. Но это просто заморочка, я пару раз такое делал. Давно в группе уже знают, что уже такое дело. Один раз приехали с Украины, также, кстати, да, приехал, забрал машинку, все. Я ему там еще колесики пообещал, алюминиевые, эти, становые спортивные, кто как называет. Он приехал, забрал. Он даже фотографии присылал мне, там в группе ему есть. Так что вот такая история. Мне даже собирался ролик, помню, делать. Это и BMW семерки. Купешки тройки и этой Audi, которая там 4.2 движочек. Я даже такое короткое видео сделал, что вот все три машины с мощными движками, и все были 99 года. Я даже такой вот кусочек записал. Сейчас его, кстати, ставлю, покажу. Вот сегодня тут у нас на шроте посмотрим вот эти три машинки. Audi 99 года A8, купешка 99 года и семерка 99 года. Вот эти машинки мы сейчас и посмотрим. Ну, так больше видео не продолжилось, потому что у меня посыпались звонки, и я продал эти машинки. Ладно, ребята, все. Всем спасибо. Спасибо, что комментируете, советуете. Я вам всем благодарен.
Так что хорошие и плохие комментарии обязательно пишите. Ну, только, конечно, не надо звонить, когда там ругаетесь на меня почему-то. Хотя даже без причины это. Ладно, ребят, все. Всем спасибо. И ждем следующего видео. Будем искать машины.